Ищите пути объезда. Из-за ремонта теплотрассы улицу Карла Маркса перекроют на 3 дня. На время работ общественный транспорт также изменит маршрут. Работы будут производиться с вечера пятницы, 5 августа, до понедельника, 8 августа, в районе остановки «Транспортное агентство». Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Вынужден изменить маршрут и общественный транспорт, который проходит через Театральную площадь. Автобусы и троллейбусы будут объезжать место ремонта по Профсоюзной и Ленина или по Октябрьскому проспекту и Дерендяева. В городской администрации пообещали, что с завтрашнего дня в общественном транспорте появятся схемы маршрутов на время работ.